Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и с вами снова возвращаемся в Geometry Dash. И это у нас, наконец-таки, долгожданная 2.2 версия, сказал бы я так, если бы она по-настоящему бы вышла. То есть, да, это у нас фанмейт, к сожалению, но, как-никак, этот фанмейт вполне себе неплохо реализован. Поэтому давайте же все это посмотрим. У меня тут, кстати говоря, все пройдено, но это я просто в аккаунт свой зашел, поэтому как-то так. Здесь у нас есть Stereo Madness, я не знаю, почему он вообще здесь есть, типа где-то в середине. И мы здесь можем вот так вот ходить вот свободно. То есть да, это режим платформера. Можете, кстати говоря, написать в комментариях, что вы вообще думаете об этом режиме, потому что, ну, лично мне это что-то такое себе как-то не под ГДшку вообще как-то даже не подходит, но... Конечно, прикольно то, что мы можем тут свободно ходить, вот так вот прикольно прыгать, но ладно. В общем, не знаю, к чему здесь вот этот первый уровень в середине, но это, кстати говоря, еще не все. То есть, вот, у нас есть Firebird и Explorers, но если мы зайдем в Explorers, то будет то же самое абсолютно, но уже с какой-то другой музычкой, поэтому мы снова отсюда выходим. Очень жаль, конечно, то, что эти уровни не работают. Ну, в принципе, то же самое я могу сказать и про этот демон, который, скорее всего, должен быть в дальнейшем официальным уровнем. Но тут я уже немного не знаю. То есть, огненная птица, мастер-эмблема, лорд Рабраб, я открою ворота для тебя, пожалуйста, заходи. Но он нас ни хрена не впускает, потому что здесь, по факту, этих уровней даже и нету. Поэтому мы с вами отсюда выходим. И заходим уже в сохраненные уровни, которые я решил поискать, ну, которые чисто под режим платформера, и нашел какие-то три. Конечно, можно было и самому что-то сделать, но, ну, сами понимаете, я не особо в этом плане опытный. Ну, можно было, конечно, из говна и палок, но все же. Что-то я как-то даже не захотел, поэтому давайте я вам здесь все тоже покажу. И мы летаем с вами на унитазе. Ну, разумеется, это джетпак уже... Ну, или самолетик переделанный. То есть, с такой вот суровенькой музыкой у нас здесь все. Так, ну хорошо, нормал, десна. То есть, здесь мы все с вами прошли. Turn on lights. Без проблем. Это, кстати говоря, это... Ой, ни хрена. Ой. Я все понял, я вас понял, хорошо. Вот только, знаете, ну, не очень это все, конечно, приятно, но что ж поделать. Давайте... Еще раз тогда на этом легендарном толчке долетим до туда. А мы, кстати... Чё? А я могу уехать за карту? Нет, не могу, да ладно. Так, а можно я убьюсь, пожалуйста? А я даже умереть-то не могу толком. Вы чё? Опа. Ну, ща попробую. Блин, это чё-то как-то дико сложно. А чё, куда я? Ну, типа сюда, да? Ни хрена, это так некомфортно, вы бы себе представили. Ну, блин. Так, вот. Вот, все нормально. Так, тихо, блин. Охренеть, тихо, охренеть. Вы чё, ребят? Как вообще такое можно было сделать? Ну, я, в принципе, уже понимаю то, что... У меня сейчас... Он, знаете, он еще как-то скользит так. Да ёперный театр, что ж ты делаешь? Знаете, у меня теперь такое чувство, как будто я в игру вообще в первый раз сыграю. Ну, потому что, ну, серьезно, режим платформера, это он игру просто перевоплощает во что-то другое. Поэтому в какой-то степени я считаю то, что это вообще сюда не подходит. Но, как видите, я уже довольно быстро справляюсь. Я чуть назад туда не пошел. Так, ну, прыгаем, значит, еще раз сюда. Ну, блин, это вообще... Ну, ладно, будем себя приучать нажимать на несколько кнопок сразу. Блин, вот это, конечно, облом. Так, ты только не скользи, пожалуйста, Кослявыч, пожалуйста. Кослявыч! Кослявыч, нет, зачем? Чего это за херня ща была? Вот, что-то началось. А, блин, смотрите, какая фишка. Я-то не могу... В смысле он не может? Ты чё, дурак? Эй, да ладно. Он не может дальше пропрыгать, ты издеваешься? Он не может двойной прыжок, типа, сделать? Типа, в ответственный момент всё надо вовремя делать или что? Куда мне?
Чего? Это были невидимые стены? Вы серьезно? Что это сейчас было, я не знаю. Вот это... Да блин, мне обязательно нужно один раз там тыкнуть, и все, и все. Вот, и что дальше? А почему ты раньше-то не мог? Это из-за того, что я... Хорошо, ладно. Но там были какие-то невидимые платформы. Ладно, ладно, ладно. Ой, ладно. Да куда? Хорошо, хорошо, наконец-то начался прогресс. Блин, я не знаю почему, но меня этот платформер уже... Он меня раздражает даже больше, чем... Даже больше, чем эти обычные уровни, где надо было просто один раз нажимать. Я не понимаю, у меня какой-то вот просто очень сильный дискомфорт от этого всего. Так, давайте-ка... Давайте... Да куда ты, ёперный театр? Куда ты скользишь-то в самом деле? Вот почему ты... Как на льду каком-то, ё-моё, там... Да там... Да боже, это какие-то кирпичики, чё ты об них скользишь, чё, каким-то маслом, что... тихо, 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 куда ты меня разогнал-то, а? Куда? Опа! Ага, хорошо, хорошо, да. Так, это платформа, что это платформы, да? Платформы, платформы, да? Да, это платформы, все отлично. Замечательно. Опа. Опа, опа. Не скользи, падла, понял? Вот, 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 вот. И куда я лечу? Следующий уровень. Тот уровень из меня просто все нафиг выбил, все мое терпение, поэтому я решил перейти к другому, чтобы не сойти с ума. Но поскольку этот уровень создал Алекс Троллер, то мне уже немного страшно, хоть я и прошел половину. Я уже немного не помню, что здесь, но давайте попробуем. Так, ну ладно, музыка здесь уже более-менее оптимистичная, поэтому может быть даже не такая бомбежная, что ли. То есть она меня не будет заставлять прямо так... сильно бомбить. Еще одни уровни, блин. Вот так вот все хорошо начиналось. А вот так вот тут можно еще спокойно пробежать. Ё-моё, чё я парюсь? Ага, пробежал. Конечно, пробежал. Вот куда торопился, хрен знает. Еще такое чувство, вот в режиме платформер я намного быстрее. Я не понимаю. А, он чуть туда не скатился. Ёперный театр. О, тихо-тихо. Тут какой-то... Тут какая-то юфошка вообще некомфортно. У нее какая-то задержка. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю. Вот просто не знаю. Но что есть, то есть, да. Да что ж ты делаешь-то, а, блин? Он как будто на себе кирпичи какие-то тащит. Я не знаю, почему его так вниз отправляет. Я... Что это, блин? Унитаз, куда ты отправляешься-то вниз? Ну хорош уже, в самом деле. Что? Почему ты нахрен остановился? Ты додик, что ли? Блин, вообще останавливаться нельзя. Там вообще так сложно контролировать этот унитаз летающий, что прям я не знаю. И куда ты улетел? Вот давайте, 13-я попытка, самая счастливая. Давайте, самая счастливая попытка. Вот сейчас вот посмотрим, как я это все дело буду проходить. Вот это будет просто идеально сейчас. Вот просто отвечаю. Вот 13 число, это идеальное число. Вот просто никого не су... Че, реально, что ли? 13 число, это счастливое число. Ладно, давайте тогда на такой нотке заканчивать, потому что я хотел еще показать третий уровень, который я нашел, но, к сожалению...
он оказался багом, и вообще он сделан прям вот специально для обычной версии. Чисто под нее подстроен. А вот под эту фанмейдовскую версию там, ну, вообще не прокатило что-то, и все не туда пошло, и пришлось этот уровень удалить, потому что, ну, не подходящий он. Поэтому вот как-то так. Ладно, а ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, ставьте группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!